Это велошлем. И он одевается не туда, куда вы подумали, господа. Гусары, молчать. Он, это велошлем для теста, как велошлем спасает голову велосипедиста. Сюда ложится яичко. Потом он бросается резко туда, на пол. Яичко остается целое. То есть голова велосипедиста остается целым. Целый. И шлем свое отработал. И потом мы берем яичко и бросаем его просто на пол. Оно разбивается, естественно. То есть вот так вот. Я не знаю, я не готов сейчас приносить сюда яичко Абуса и не готов натягивать шлем на что-то. Ну, как бы вот так вот. Ребята молодцы, придумали такой вот тест.